На календаре вторник, на часах 18:00, а значит, самое время для программы «Прямо сейчас. Прямая линия». В студии Александр Калачев. Горячая пора нынче у налоговой службы региона. Вовсю идет уплата имущественного налога. Успеть это сделать югорчане должны до 1 декабря. В разгар важной работы у налоговиков региона, тем не менее, нашлось время и для праздника. 21 ноября управление Федеральной налоговой службы по Югре отметило свое 30-летие. Поздравляю! Сегодня у нас в студии заместитель руководителя Югорского УФНС Андрей Ульянов. Андрей Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Рад видеть. Отлично. Я тоже очень рад вас видеть. Начнем нашу беседу с такого вопроса. Какой путь прошла Югорская налоговая служба за вот эти годы? И можно ли этот год каким-то особенным для вас, для службы назвать? Ну, наверное, безусловно, 2020 год для нашей службы, для налоговых органов округа, он юбилейный. Да, то есть изначально созданные налоговые органы округа были в 1990 году. И вот в 2020 нам уже 30 лет. Первоначально штат был небольшой, порядка там 300 человек. И вот эти 300 человек создали фактически все, что мы сейчас наблюдаем. Соответственно, что бы хотелось отметить, что важно, это развитие налоговой службы. И органы налоговой Югры, они, безусловно, активно в этом участвовали, осуществляли становление, развитие, безусловно, одной из важнейших структур государства. Ну вот вы упомянули, что начинали с 300 человек, а вот если сегодня охватывать Федеральную налоговую службу по Югре, сколько это сотрудников, кто же эти, сколько их, этих работников? Ну, сейчас это чуть больше 1500 человек, ну и как говорят, лицо, да, это в основном женщины, чуть-чуть меньше у нас мужчин. Возраст превалирует от 30 до 50 лет, то есть это 2/3 сотрудников вот в таком возрасте. И примерно 1/3 у нас это более молодые, до 30 лет. Угу. Идет молодежь работать, да, в налоговые органы, да? Конечно. И налоговая служба ждет. Безусловно, это важно, потому что без молодых, наверное, не будет развития, не будет толчков. А где надо учиться югорчанину, который выберет себе, например, путь работы в налоговых органах? Ну, вот на примере управления Федеральной налоговой службы скажу, что у нас очень много сотрудников, которые закончили Югорский государственный университет. Не реклама, но как бы то ни было. Экономические, финансовые, юридические специальности, это базовый уровень знаний, который обязателен. Хорошо. 1500 человек, внушительный аппарат. Но мы понимаем, что и работы хватает. У нас Югра, не секрет, регион-донор. Да? Мы перечисляем хорошие, колоссальные, даже можно сказать, суммы, да, в российскую, в казну, в консолидированный бюджет. Как в последнее время, как сегодня обстоит дело с вот этим консолидированным нашим вкладом в бюджет? Есть ли какая-то динамика? Ну, динамику мы подводили, начиная с 90-х годов, да, то есть в том, что вот он консолидированный бюджет вообще Российской Федерации, ну, исходя из всех параметров, он поэтапно рос, увеличивался. И доля Югры, она довольно стабильна, она подросла примерно до 12-15% в общем объеме поступлений налогов консолидированный именно бюджет Российской Федерации. То есть это федеральный бюджет субъектов, местные бюджеты. Допустим, 18-19 год, ну, наверное, более благополучный, чем 2020. Общий объем поступлений плательщиков, которые заплатили бюджет от Югры, это порядка 3 триллионов рублей. Ну, сейчас пока мы еще год не закончили, сейчас это где-то около 2 триллионов примерно поступления. И, ну, наверное, важно, что мы довольно существенный вклад вносим в реализацию программы сотрудничества, которая вот организована на территории субъектов, входящих в Тюменскую область. Это тоже там существенное поступление, порядка там 20-30 миллиардов в год. А в процентном соотношении мы основной, скажем так, наполнитель? Этого бюджета сотрудничества? Да. Ну, наверное, да. Потому что это налог на прибыль, туда отчисляется, и 30% Югра дает весомый вклад. Весомый вклад. Хорошо. Какие сегодня цели и задачи стоят перед управлением? Какие, может, мероприятия вы проводите? И самое главное, для чего они нужны? Ну, вот важно, да, наверное,
в этом году Федеральная налогослужба, она обновила миссию, да? Это качественное обслуживание, качественное предоставление услуг и оказание комфортно для уплаты налогов. Да? Соответственно, одновременно при пересечении схем злоупотребления налогами, там, правонарушениями, для того, чтобы налогоплательщики имели возможность иметь равные условия в ведении бизнеса. Вот, исходя из этой миссии, наверное, самое важное – это пресечение, предупреждение налоговых правонарушений, реализация каких-то возможностей для более простой уплаты налогов, да? Исключить вообще административную нагрузку, уменьшить ее максимально. Как вариант, вот у нас в настоящее время реализуется такой режим налогообложения. Значит, это специальный налоговый режим, упрощенная система налогообложения при объекте налогообложения доходы. С учетом того, что налогоплательщик применяет контрольно-кассовую технику, то есть, соответственно, онлайн-касса, вся информация о его доходах аккумулируется налоговой службой, налог автоматически будет рассчитан, и уже налогоплательщику не требуется сдача налоговых деклараций. Значит, служба идет к тому, что уменьшить количество этих деклараций. Отменены декларации по земельному налогу для юридических лиц, по транспортному налогу. Сокращено количество деклараций там, по налогу на имущество организаций. То есть основная цель – это сокращение вот как раз административной нагрузки, делать все более прозрачным, понятным. Именно введение цифровизации, да, наверное, это вот самый такой важный этап. Внедрение различных форм общения с государством, да, то есть как вариант, это через личный кабинет. Есть личный кабинет физического лица, личный кабинет индивидуального предпринимателя, организации, которая беспрепятственно позволяет в любое время, независимо от того, где вы находитесь, находить общение с налоговой службой и решать свои вопросы. Ну, коль мы говорим о цифровизации, какие-то же есть специальные инструменты, да, которые вы внедряете. Вот что сегодня может налоговая служба предложить потребителю, пользователю? Огромное количество сервисов. Если ознакомиться с сайтом Федеральной налоговой службы, то есть там можно найти ответ на любой вопрос, касающийся не только вопросов налогообложения, но и в целом вот, ведения бизнеса и решения каких-то вот каких-то обывательских в какой-то степени вопросов. Потому что мы как потребители, да, мы можем сохранить чеки. Мы можем проверить чеки на их легитимность. Это, безусловно, первоначально, значит, Федеральная налоговая служба приняла участие в таком проекте, как маркировка. Ну, то есть тоже это легальность произведенной продукции. Началось там у нас с мехов. Сейчас этот перечень он расширен. Потом, значит, соответственно, что еще можно? Те, кто осуществляет бизнес, есть такой сервис, это «Проверь себя и контрагента», прозрачный бизнес. Содержит всю информацию о тех лицах, которыми вы собираетесь заключить сделку, и либо заключили, и у вас какие-то возникли проблемы. То есть вся информация там размещена. Важный, наверное, сервис – это имущественные налоги. То есть справочная информация о ставках, льготах. Поэтому, в принципе, ну, можно задуматься и оценить свою налоговую нагрузку. То есть приобретать вам автомобиль с мощностью там, 500 лошадиных сил. Или все-таки вы можете себе позволить автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил. Вся информация там размещена. Хорошо. Ну, коли вы упомянули имущественный налог, до 1 декабря югорчане обязаны его оплатить. Правильно? Скажите, почему собираемость именно этого налога важна для региона? И какова динамика тоже вот этого показателя? Значит, безусловно, имущественные налоги – это основа финансирования местных бюджетов. То есть это то, что остается вот для реализации каких-то муниципальных программ. И то, что так, как это остается у нас, поэтому это важно. Если мы хотим жить в комфортных условиях, чтобы у нас было все в порядке, чисто, значит, соответственно, образование было на должном уровне, как один из элементов расхода местных бюджетов. Соответственно, вот имущественные налоги – это та основа, которая это все формирует.
Важно, наверное, еще и потому, что все мы являемся плательщиками, все мы должны находиться в равных условиях. Что у нас происходит с имущественными налогами? За 1 декабря 2020 года срок уплаты имущественных налогов за 2019 год. Соответственно, мы уже налоги посчитали, уведомления всем направлены. Это количество стало, чуть больше 800 тысяч уведомлений. Из них около 38% были выгружены в личные кабинеты налогоплательщиков и больше 60% чуть-чуть были направлены почтой. К сожалению, сроки хранения почтовых отправлений невелики, поэтому те, кто вовремя не получили эти уведомления, они им необходимо для того, чтобы обеспечить уплату налога, поинтересоваться суммой исчисленного налога. Для этого либо придется обратиться в налоговый орган, либо все-таки открыть себе личный кабинет и получить эту информацию. Очень многие заблуждаются, когда не видят суммы налога к уплате в кабинете госуслуг. Да? То есть, соответственно, это немножечко другой сервис. Это государственные услуги в настоящее время не отражают задолженность. То есть сумма налога появится только после 1 декабря, когда станет задолженностью. А текущие налоги там мы не увидим. Поэтому личный кабинет физического лица – вот это тот инструмент, через который можно проверить эту информацию. Дополнительно там отражается вся информация об объектах имущества, о льготах, которые к вам применены. Это то важное, да, если вам льготу уже применили, вы просто об этом можете не знать. Там вы можете эту информацию проверить. Отлично, хорошо. Вот мы поговорили о цифровизации, о том, что делается, и мы о развитии поговорили. Мы понимаем, что в последнее время у налоговой службы расширился функционал. Да? У вас, причем нетипичный, да, для вас прежних функционал. Если раньше вы занимались сборами налогов, перечислением, да, их в бюджет, то сегодня учет, реестры, да, какие-то базы данных, работы с фондами. Как лично вот работа, вот ваша, работа ваших коллег изменилась с этим? В принципе, по большому счету, работа налоговых органов, она не особо меняется. Мы умеем работать с информацией, и это, наверное, то, за что нам наградили дополнительными функциями. И они, возможно, в чем-то и не свойственны, но именно благодаря возможностям Федеральной налоговой службы они могут быть реализованы. Понятно, что с увеличением объема информации, которую необходимо обрабатывать, требуются какие-то определенные возможности. И Федеральная налоговая служба, она реализовала максимально этот процесс. Представляете, допустим, человек получает зарплату, и он рассчитывает личный бюджет. Да? Это довольно трудоемко, да? То есть маленький такой бухгалтерский учет. У организации бухгалтерский учет посложнее. Налоговая служба фактически осуществляет бухгалтерский учет доходов в полном объеме, и это все ведется в едином программном продукте. Вся информация, необходимая для исчисления налогов, и, как я уже сказал, база по транспортным средствам, по объектам недвижимого имущества, земельным участкам, все это там аккумулировано, рассчитывается, обрабатывается, и все это там именно аккумулировано. Благодаря тому, что мы обрабатываем эту информацию, мы умеем ее обрабатывать. В 2020 году, соответственно, такими у нас проблемными ситуациями, связанными с нестандартной ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции, возникла ситуация и необходимость поддержки как бизнеса, так и семей, так и вообще населения не только Российской Федерации, но и в частности Югры в том числе. Что было сделано? Да? То есть постановлением правительства был определен порядок выплаты субсидий для сохранения занятости, для выплаты заработной платы, для оказания услуг по обработке. И, соответственно, это все было реализовано автоматически, без какой-то дополнительной информации, в электронном виде. Подавали заявления, обрабатывались более 500 миллионов рублей за апрель и 500 миллионов рублей за май субсидий для выплаты как раз на оплату труда было перечислено налогоплательщикам Югры.
Ну, то есть получается, что сама система, да, налоговой службы, она изначально вот так задумывалась, да, могла накапливать информацию. У вас только инструментарий, получается, меняется. Как с этой информацией, собственно, работать? Безусловно. То есть сама система изначально 30 лет назад была настолько создана хорошо, что и сейчас работает без боя, да? Ну, она развивается и только может быть расширена, наверное, этот перечень. Хорошо. Если мы затронули тему выплаты, да, каких-то там субсидий, связанных с пандемией, вот вы упомянули апрель-май, сейчас какая работа продолжается вот в этом направлении? Ну, пока у нас на федеральном уровне дополнительные какие-то меры, они представлены, но у нас продолжается реализация всех остальных мер поддержки. Понятно, что пониженные ставки, есть такой инструмент, как ставка пониженная при выплате заработной платы сверх прожиточного минимума. То есть это уже было изменено и дополнено законодательством в 2020 году и на будущие годы. Второе, допустим, что мы реализуем, это мы отслеживаем, продолжаем необходимость предоставления отсрочек и рассрочек именно из сферы пострадавших отраслей. Если ранее, ну, вообще предоставление отсрочки, оно довольно-таки специфично, потому что требования к обоснованию необходимости предоставления отсрочки, они довольно жесткие, то вот именно в случае с какими-то потерями и убытками, связанными с введением вот ограничений, они более простые, и порядка 90 миллиардов рублей отсрочек в этом году было предоставлено налогоплательщикам Ханты-Мансийского округа. Хорошо. Еще немножко об имущественном налоге. Да? Имущественный налог – это те деньги, которые остаются в муниципалитете. Об этом вы сказали. Платят их те, кто проживает в муниципалитете, владеет квартирами, земельными участками. Как быть с автомобилями? Владельцы автомобилей, зарегистрированных в других регионах, платят имущественный налог в своем регионе. Ну, так создано, что транспортный налог уплачивается по месту жительства. По месту жительства владельца, по месту регистрации собственника транспортных средств. И, в принципе, ну, как правило, сейчас все это структурировалось, исправилось. Бывали ситуации, когда налогоплательщик регистрировал транспортное средство по месту временного пребывания, да, а проживал вот во избежание двойного исчисления транспортного налога. Все это было урегулировано. И да, сейчас платят именно по месту жительства. При этом мы с вами часто на улицах югорских городов видим автомобили с номерами других регионов и можем предположить, что и люди эти зарегистрированы в других регионах, но пользуются нашими дорогами. Есть такая возможность, но вы знаете, что было время, когда транспортные средства регистрировались без изменения номерных знаков. Поэтому у нас на территории округа зарегистрированы автотранспортные средства с номерами других регионов, и за них транспортный налог уплачивается. В бюджет нашего? Бюджет округа. Да, бюджет местный. Могут быть спокойны автолюбители за состояние дорог. Собираемость же по имущественному налогу тоже солидная у нас, да? Да. В Югре. И по динамике, есть и в целом. Претензии, есть задолженность, с которой мы работаем, в том числе и в судебном порядке. Потому что в соотношении физических лиц применяется именно судебный порядок. А хватает неплательщиков? И как? Вот, ну, суд, понятно, это единственный, да, наверное, способ привести в чувство человека. Ну, если что касается, допустим, организаций и индивидуальных предпринимателей, понятно, что их, ну, достаточно. И причины образования этой задолженности, они различные. И, возможно, в этом году они более понятны, да. Что касается вот именно владельцев имущества и касается физических лиц, то там, наверное, все-таки это какая-то недостаточная налоговая дисциплина наших граждан. Она имеет место быть, и мы в этом году в этом направлении работу усилим. Но мы же понимаем, что дисциплина налоговая, в том числе, она начинается не когда у тебя машина появилась, а учить этому надо со школы. Вот в этом направлении, в плане образования, да, повышение налоговой дисциплины. Какую работу ведет управление? Вот есть такая уроки финансовой грамотности, они проводятся в начале сентября.
под эгидой там, финансовых органов, безусловно, мы в обязательном порядке принимаем участие. И, соответственно, беседы со школьниками, студентами в этом направлении мы ведем. Мы рассказываем, что такое налоги, для чего они нужны и кто их платит. Отлично, хорошо. Такой вопрос у меня, близимся мы к завершению нашей беседы. Каким вы видите дальнейшее развитие налоговых органов, в частности, в нашем субъекте, да? И какое же нас ждет будущее в сфере налогообложения? Ну, я уже, наверное, частично об этом сказал, что мы движемся к тому, чтобы минимизировать подачу документов дополнительных в органы налоговой службы. Налоговые органы, обладая всей необходимой информацией, наверное, будут максимально исчислять налоги, предоставлять все возможные условия для комфортной уплаты этих налогов. Вот, наверное, перспектива именно в этом, в том, чтобы минимизировать общение. И один из, наверное, таких налогов будущего – это налог на профессиональный доход, который введен в этом году, в том числе для жителей Ханты-Мансийского округа, налог так называемых самозанятых. То есть это максимально удобный режим и упрощенная система, когда налогоплательщик самостоятельно вводит доходы, налоговый орган ему рассчитывает, применяет вычеты, предусмотренные законодательством, предлагает для уплаты, соответственно, дает для этого время. Все видно, все прозрачно, все просто. У нас в Югре достаточное количество югорчан перешло на уплату этого налога? Ну, зарегистрировалось чуть больше 11 тысяч уже. И этот идет довольно успешно. Фактически очень много преференций и льгот в связи с такими кризисными ситуациями. Во-первых, были возвраты налогов, уплаченных в прошлом году. Но это те, кто живет у нас, но деятельность вел там, в Москве, там, в Калужской области. Вот. А вычеты увеличены. То есть, соответственно, это минимальный размер оплаты труда в размере вычета, да, и еще 10 тысяч рублей дополнительно. Поэтому там к уплате налогов остается минимально, ну, в зависимости от декларируемого дохода. Очень много налога применяют водители такси, жители, осуществляющие там грузоперевозки и так далее. Ну, единственная оговорка, что те, кто являются индивидуальными предпринимателями, они должны написать заявление о прекращении применения специальных налоговых режимов иных. Ну, это то, что касается... Вот единый налог на вмененный доход. Тоже такая ситуация важная, существенная, что с 2021 года такой режим налогообложения он отменяется, и поэтому всем нужно выбрать какой-то иной режим налогообложения. Тот, который ему наиболее удобен. Безусловно. И узнать о котором он может в личном кабинете. На сайте Федеральной налоговой службы есть как раз именно варианты, что можно применять. В том числе и в зависимости от вида деятельности. То есть вы можете рассчитать налоговую нагрузку, посчитать и выбрать оптимальный для вас режим налогообложения. Всем вам помощь. Сайт налоговой службы. Безусловно. Очень простое название у него. Адрес очень простой. налог.ру. Наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю Андрея Ульянова за то, что он подробно рассказал нам о важной и многогранной работе налоговой службы региона. От себя лично, от участников нашей программы еще раз поздравлю управление с 30-летием. Посмотреть эту программу, еще раз выслушать ответы экспертов на самые разные вопросы вы можете на портале yugradifstv.ru. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи на канале Югра в следующий вторник.